Всем привет, это Крафт-шоу, меня зовут МДЖ Рамон, и я сегодня играю с Тюной. Привет всем. И братцем Ву. Это я, привет всем. И мы... У нас, по-моему, Тюна приготовила нам какой-то сюрприз, да, насколько я знаю? Да. Нужно идти на дачу. Так. Я чувствую, сейчас будет какой-то все-таки дождь, также тонкий троллинг надо мной и над Ву со стороны Тюны. Нет. Так, какой сюрприз? Где? Я просто от твоей иди собаки убегаю. Иди на дачу, Ву. А, я просто собаку Рамона ударил рыбой и от нее убегаю. Кстати, у Рамона, оказывается, была кошка и собака. Тайно посещал собаку и кошку. И вырастил кошку, вот эту вот рыжую. А я думала, что это за кошка? Ой, это моя за мной ходит, да? Все, сидеть. А вот я это вот мелкое существо. Я не влезаю в портал, я опять растолстел, поэтому я лечу на кольце туда. Да подожди, не-не-не, сейчас я открою портал. Возвращайся обратно. О, отлично. О, yes. Я здесь. В общем, по слухам, Тюна приготовила комнату пыток какую-то. Ну что ж так это? И мы с тобой, Ву, такие, а, да, пойдем. Комната пыток. Отпусти собачку. Ну, раз тебе так нравится. Он потерял к тебе интерес, между прочим. Он такой посмотрел в твою сторону и пошел ко мне обратно. Просто двигался со сверхсветовой скоростью. Уи! Да, он меня не хочет кусать даже. Видимо, рыба не работает как оружие. Все. Идите под цветочку. Он рычит. Идем. И да, и Тюна такая, я сделала для вас комнату пыток. И мы с Ву такие, комната пыток, окей, да, пойдем. Идем на карнавал, идем на карнавал. А что мы идем-то лететь? А я, да, вот она, комната пыток. Не лететь. Здесь нельзя лететь. На место, да. А куда здесь нужно дойти? До противоположной стороны. Блин, было бы хорошо, если бы кто-нибудь, если бы Рамон сверху снимал, но сверху снимать не получится, поэтому ты нас жди с той стороны. А, что не получится? Вот, смотри, снимай сверху. Эй, ты кончай снимать, ты сейчас запомнишься. Вот, не, вы знаете, для меня это комплимент, что я сейчас запомню весь... Тюна, беги на ту сторону, сейчас будем соревноваться, кто быстрее добежит туда. Сейчас, подожди. Так, разогреемся. Итак. Приготовились? Главное, чтобы сейчас кушать. Главное не прыгать. Да. Давай, стреляй из пистолета. Стена высотой в 4 блока, так что... Начай болтать, стреляй из пистолета. Давай команду. Бежали. И на старт, внимание, марш! И сразу в тупик побежали, да? Молодцы. Кошки тут сидят, мешают. А, я потерялся. Я нашел ку-ку надпись. Что это значит? Значит, нет выхода? Это значит трололо. Ку-ку. О, Рамон на ку-ку уже. Ку-ку-поинт. Устал. Я нашел вывеску. А, нет, это тупик. Что мне делать? Блин, я на выход пришел. Что за фигня? Я нашел тупик. Тюна там сверху летает, да? Смеется над нами. Да. Я наблюдаю за вами. Ой, я нашел котенка. Опять ку-ку. Бегаем, Рамон. Главное ускорение. Главное не отчаиваться. Не, я на ускорении тупо теряюсь сразу в этом. Я нашел снова ку-ку, да. Рамон опять в тупике. И кто же найдет первым выход? Кто же это будет? Неужели это буду я? Мечтай. Нет, это опять тупик. Я нашел цветочек в тупике, так приятно. Тюн. Опять, да, и я на цветочек только что наткнулся. Это мой цветочек. Это собака наркоманская. Уи! А вот первый нашел выход. Иха! Так, где там нюк? Сейчас нюк установлю и найду выход. Я снова на ку-ку поинте. Рамон, снимай сверху, пока это будет интересно. Опять котенок. Что ты собрался там установить? Еще раз скажи, пожалуйста. Нет, он там ничего не установил, я слежу. Не то ли случайно, из-за чего я полвечера пытался привести сервер в чувство, нет?
Не знаю. Кстати, вот ты ходишь по кругу. Какой-то слабый сервер. Не может вынести всего лишь там взрыв 40 нюков. Да. Всего лишь. Так, я уже бегу-бегу. Я как будто в лаборатории за крысой стежу. Я нашел ку-ку. Кошка, ты меня заколебала здесь уже бегать. Я тебе говорю, ты по кругу ходишь. Я сейчас иду в сторону дачи. А выход в противоположной стороне от дачи? Да уйди ты отсюда, кошка. Сейчас я выйду. Ну да, сверху все просто, Тюна. Дело в том, что я помимо того, что ищу выход, я еще смотрю, какие здесь вообще нычки есть. Да-да-да. Может, здесь секрет какой-нибудь спрятан. Нет, это как в Вольфенштейне, за флагом жмешь, и он как бы раз отодвигается, а там квартира Гитлера, и там портрет. И золотая чаша. Ес! Дошел. Кстати, на волю в помпасы. Выход короче, чем Рамон. О, видал? Ну, Ву сделал 4 круга на одном месте. Да, не, я вначале просто потерялся, поэтому я там и... А что, еще другой выход, что ли, есть? Там в... Здесь как бы ведут 2 тропки на выход, даже 3. Но если вы там в неправильном месте повернете, вы пойдете по кругу. И опять на выход выйдете. Mm-hmm. Ну, я пользовался стандартной системой прохождения лабиринтов. Идти по одной стенке. Mm-hmm. Ну, молодец, отличный получился лабиринтик. Да, я поражен, что, в общем-то, тут много всяких ловушечек. Сложно, да. Полетели теперь туда, где я проводил ядерные испытания? Ага, и меня чуть там не прибил. Так, вы... Я еще Рамон сегодня насмешил, спрашивает, взрывал ли я их красным факелом ядерные боеголовки. Ну, а Ву меня насмешил тем, что он ядерные боеголовки с руки запускал. Я кулачком бью и очень быстро убегаю. Пинка давал ядерной боеголовке и бежал. Нужно просто бежать, да. В принципе, убиваешь. Это, в общем-то, в стиле барсуков. Пнуть боеголовку и убежать. Ой, у вас тут кто-то боеголовку пнул. Я убегаю. Опять этот барсук. Это, и такая надпись. Смешно, да, где-то в Пентагоне. Ой. Дождь пошел. Да, такой сейчас. Мы влетаем сейчас в эпическое место. Это просто ядерная зима здесь просто. Ну, ага, до снега еще не дошло, но уже как бы пелена неба застилает, уже все. А уже все совсем плохо сейчас будет. Да, а вот и начинается мой... тормозить начнет, по-моему. Нет, здесь тормозить уже не будет. Да? Начинается моя воронка. Я все прочитала. У меня было всего 3 ядерных взрыва. Сейчас мы находимся на месте самого крупного. В один из них я попала. Ядрит Мадрид. Это вот самый крупный ядерный взрыв был здесь произведен мною лично. Ага. В этом испытании также участвовали мирные жители, которые, к сожалению, не сохранились после испытания. Почему? А вот плавают, вон они плавают. Мирные жители сохранились, все в порядке. Значит, первый у нас был заряд заложен вот здесь вот на острове. Вот видишь, маленькая ямочка. Чего мне показалось недостаточным. Сейчас я тебя найду. Ямочка подожди. Была очень маленькая. Я тебя найду, только давай. Сейчас, один момент, я вот тут ресурсы собираю. Кончай ресурсы собирать. Ресурсы! Эй, вот ты, Роман, рассказывай. Нужна-то. Рамон, давай лети сюда. Давай, дальше лети. Значит, я вас ищу. Ты, Рамон, прямо на меня сейчас бежал. Рамон, вот в сторону моря, да, вот сюда. Право лети, вот, да. Меня, значит, я отчитываюсь четко по-военному. Смотри. Там была заложена первая боеголовка вот здесь, в районе острова. Здесь был остров, населен местными жителями. Значит, первый взрыв меня не устроил, он был очень маленький. Второй взрыв вот здесь вот. Я сейчас нахожусь по центру боеголовки, вот по... воронки от этого ядерного взрыва. Но и уже было заложено примерно около 12 стаков нюка. Взрыв получился неплохой, но все равно меня что-то еще не устраивало. Он, конечно, пробился до коренной породы, но мне не нравилось, что он достаточно обширен. Значит, потом я полетел... На остров. Полетел там на остров, я выслеживала кошку. Да. Тихо, и мной уже тут было заложено порядка 40 нюков. О, боже мой. Они были более в плоскости так сделаны, чем в высоту. До этого были в высоту, поэтому так пробило. И вот здесь я, значит, шарахнул последний. Это, и у Рамона почти повис сервер. Чуть не сдох компьютер.
Так что прошу понять и простить. Да, повис сервер и повисли руки. Но зато здесь очень крутой разлом такой, как пещера получилась. Надеюсь на ваше понимание, как бы, к моей склонности к экспериментам. Да. А после этих дыр у меня опять игра вышла. Класс. Тебе вылет? Да. Ну, поздравляю. А, да. Да. Очень мило, да? Я ищу ву просто и говорю, да. Я тут я. Сейчас. Вот. Вот так. Да. Ну, кто-то же должен заниматься разрушением. У нас ПВП отключено. Очень жаль. Очень жаль. Не, ну выглядит, конечно, все внушительно, да. Да. Выглядит хорошо. Мне самому понравилось. А у тебя с собой еще есть? Есть. Зачем отсыпать? Зачем я это спросил вообще? Ну давай ради тестов поставим одну штучку и посмотрим, что получится. Где? Ну выбирай место. Ой, на меня замкнули. Давайте на горе вот там вот. За мной все полетели. Там Extreme Hills начинается, и на горе будет поэффектнее взрыв. Тюна, ты зашла уже? Да, я уже зашла. Наверх, в сторону дачи лети. Вижу. Один нючок или два? Давай пока один. Вот посмотрим, насколько силен один. Так, сейчас. А может лучше не на горе? Или у него ударная сила вниз идет? У него ударная сила идет по кругу. Вниз. По кругу, но сверху ничего нет просто. Ну ты вот между как бы... Я все еще включил креативный режим. Сейчас, один момент. Опять? Вот, самый главный читер. Так. Вот, я установил нюк. Теперь так. Берем рыбку. Отходим на безопасное расстояние. Берем рыбку. Блин, не то сделал. Лочком, наверное, лучше все-таки. Рамон, уйди отсюда. Все-таки я как-то упинал. Не, у него довольно большой фитиль. Ну. Да блин, что я вытянул-то все? Как же его заряжал-то? Нет, не жалею. Не, не красным факелом. Или красным факелом. Да поставь уже редстоун. Погоди. Не-не-не, один. Ладно, сейчас редстоун сделаю себе. У тебя нет редстоуна случайно с собой? Ну ладно, сейчас я... Есть, один факел есть. О, давай. Да, наверное, так и взорвался. Это не с кулачка. Мне, наверное, показалось, что... Это, наверное, динамит, можно с кулачка... Нет. Поэтому я немножко и удивился. Нет, странно, сейчас... Рядом с ним ставь. Да, я знаю, сейчас просто пустую руку попробую. Чтобы точно убедиться, что меня... А, кстати, может, еще чуть-чуть? Нет, точно, наверное, красным факелом. Ну, ладно. Хорошо, сейчас поставлю. Давай. А-а-а! Валим. Сейчас рванет. Ну? Сейчас Тюна вылетит. Далеко не уходите, сразу. Здесь достаточно. Поэтому, в принципе, успеваешь убежать. О, пол горы, смотри как. Ого. Угу. Нормально. Не, ну на горе он довольно мало, в общем, наносит дэмэджа все равно, потому что там, тут немного всяких блоков, по которым можно ударить. Да. А давай вот в джунгли. Тут, смотри, джунгли такие. Предлагаю в джунглях заложить 4 нюка. Да, давай. Внизу? Да, где-нибудь по центру. Сейчас смотрите над джунглями. Ты факел успел под забрать дерево. С собой? Да, забрал. Так, сейчас. Физики-ядерщики. Да. Мы как два Гордона Фримена. Так, готовы? Готовы. Даю гудок. Давай. Блин, на листьях не устанавливается. Заряжай. На листьях не устанавливается. Есть какой-нибудь блок, Рамон, рядом поставить? Только от места листа. Вместо листа, да, поставь какой-нибудь блок. У Рамона все есть. О, отлично, все, текайте. Давай. Рамон экстремал, да? Я готов. До самого последнего. Не, уже пора валить. Пора валить. Сейчас рванет. 4 штучки, лучше валите подальше. Опять сейчас как out memory сделать. Угу. Вот это неплохо уже, да. Все. Что-то меня еще не просчиталось. Джунгли, говорите? Не слышал. Джунгли все.
Чтобы просчиталось нормально, чтобы не выкидывало, надо намного дальше от взрыва находиться. Все, джунглей нет вообще. Джунгли больше не зовут. Роман упал вниз. Сейчас тебя начнет тормозить, там же блоки, Роман. Ну да. У меня мощный компьютер. Нет, у меня 50 FPS, все нормально. Ух ты. Ух ты, сколько ресурсов. Роман, надеюсь, бы ресурсов. Ай! Что это? Что это я такое нашел? Серебро! Алмазы! Алмазы нашел! А тут скелет стреляет. Вау, ну что, вот это... полетели теперь прощаться с дачей и лабораторией? А чё прощаться-то? Продолжаем дальше, чё прощаться? А, прощаться с дачей и лабораторией. Пять алмазов! Уии! У меня, конечно, там в лаборатории... Я имею в виду прощаться при помощи нюка с дачей. Не-не-не, никаких нюков. Да, всё, дачу, да? Дачу мы, наверное, не будем всё-таки взрывать. Зачем? А, окей. Так, только надо теперь найти, где путь домой, вот. Так, путь домой. На маяк летим, да? А я портал открою. Или можно дачу? На маяк. Рамон там еще там что-то хочет показать, да? Ну, на маяк там больше километра. Да, всё, я дома, используя портал, вернулся домой. Эх ты. Я же в 900 метрах. Я, да, вот сейчас возвращайтесь домой. И я тут решил поэкспериментировать немножко с... альтернативным источником энергии. У нас тут есть. Я преследую. Кого? Ты чё от меня нюками отбрасываешься? У нас тут, как видите, есть. То есть мы использовали и солнечную энергию, и энергию водных мельниц, водяных мельниц. Золотая кирка вниз, в океан. Вы где там? Я лечу, как айфоновая фея. Я преследую Ву и смотрю, как он весь свой инвентарь выкидывает. Золотую кирку, нюки. Какая-то ведьма гонится, я не знаю, что там происходит. Я пытался от нее откидываться шапками, но у меня кончилась одежда быстро. Теперь уже мобильниками откидывать. Ладно. Но я вас потерял уже. Может, в 300 метрах, может, совсем близко, Роман. Совсем близко. Кстати, как вам все же мой лабиринтик? Ой! Ты можешь сказать, что отличный лабиринт. Ну да, крутой лабиринт. Можно тебе бесконечно говорить, отличный лабиринт, просто супер. А почему у нас тут один блок нефти такой? А не один. Он там вниз идет как-то. Ну да. Ты на даче, что ли? Это месторождение. Да я сразу телепортировался домой, а теперь вернулся на дачу. Вот я дурак. Я летел на маяк, а маяком у меня отмечен тот маяк, на который мы, помнишь, давным-давно еще ездили. Стюнус всем забудется. Не совсем, я помню. Ну, да, маяк такой, помнишь, там разрушенный, там еще файтинг. А, я понял, да. Где я? Открытый океан. Ой, потеряшки. Я уже рядом, все. Я уже вижу даже, где... Все, я уже на берегу. Все, я дома, в уюте и тепле. Я какой-то остров большой нашла. Так, я тоже уже дома. Тюна, лети на плюс 700, минус 200. Видишь там. Точнее, даже плюс 600, минус 250, вот так. Я на кухне пока. Пытаюсь точить курицу, не получается. А у нас торт есть? Есть. Ух ты. В еде. Там, где рядом с кроватью сундук. Я понял. Все, Роман, я уж тоже дома. Можете на кухню, смотри, Ву. Прошу прощения, сейчас сегодня чихаюсь. Быстро. Ничего страшного. О, тортик, отлично. Ну, на стол поставился, все клево. Ну это что? Это будет такой салют. Пиу, 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 пиу. Можете меня телепортнуть, да? Плюс 600, минус 250. Ты совсем потерялась? Плюс полторы, минус 200. Придется спасать. А, ну ладно, уже не надо. Спасибо. Где ты там грузишься еще? Да. Так. О, тортик. Салют. Моего исполнения, ага. Все, у меня кончились мобильники. Все, дети, садитесь за стол. Сколько можно вас ждать?
мечты. Мой стул ВУ занял. Там где-то написано? Да. Кто картину уничтожил? ВУ. ВУ. Сидит, стрелы стреляет в торт. А, как ты носительно? Где твои манеры за столом? Ой. А ты с мечом сидишь, а с луком, чё? Чё я встал? Картину взять, наверное. Кстати, а чё у меня уран в руках? Откуда? А, то наверное. Ну, ваша картина на месте, пожалуйста. Ну все, мы отпраздновали победоносное шествие по землям дачи. Ага. Даже кто-то и поел. Смотрите, кто-то голоден был. Это, по-моему, я. Вот, и пойдемте, я покажу вам. Пойдемте. Что я тут приготовил. Куда идти? На этот раз не еда. А, вот вижу. Вниз за мной. Ой. Будь здоров, что вы все чихаете. Спасибо. Сегодня? Ух ты. Находится в разных... Настоящий ядерный реактор. Та-ра! Да, находимся в разных... Тюна, давай, заходи сюда, зацени гений инженерной мысли. Сейчас. Блин, ты ж... У меня опять, что ли, проблемы с лестницей? Это уже... Так, ну что мы будем с этим делать, кроме как взрывать? Взрывать я не собираюсь, это все. Как это нет? Я хочу добыть еще больше электроэнергии, чтобы... Все это дело, вот тут у нас стоит ядерный реактор через фибры, кабель, все это подается на MFSU. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, случайно поставил нюк. Ты. Нет! Ну нет! Все шухер! Нет! Все шухер! Ща рванет! Ву, ты! Ща рванет! Я! Кажется, рванул. А почему он сразу взорвался-то? Сколько всего! Меня куда-то смывают! Мама дорогая, что это было? Какого черта, Ву? Тут столько вещей, Рамон, ты набрал. Я не специально, просто он был у меня в руках, а я решил нажать на реактор. Все должно было пойти не так, Ву. Какой красивый остров. Полетайте из ямы быстрее. У меня 2 FPS, я не могу не вылететь, да? Ничего сделать. А я вокруг летаю, смотрю, как вы там шебуршитесь. Так телепортируй меня к себе. Я вижу тебя, борцук. А как телепортировать? Я не умею. Сейчас я попробую себе телепортировать. Что мне в зоне работает? А, ты сам ко мне телепортируйся. Да, но у меня, я же напоминаю, 2-3 FPS. Ничего, нормалек. Отлично. Рамон выпал. Да у меня тут все так же, как бы. Жесть. Я не могу взлететь, у меня... Так, я перезахожу. Зачем я сейчас только нюков поделал? Говорил же, Рамон, делай 4. Зачем у меня их 2 стака, я не понимаю. Зачем ты себе вообще сделал 2 стака нюков? Зачем 2 стака мне нюков? Не знаю. 2 стака нюков, это же вообще все можно взорвать. Рыбку он пойду половлю, блин. Поглушу. У меня 1,5 стака еще осталось. Пойду поглушу рыбку и сделаю кратер где-то 1,5 км в радиусе, да? Я не буду. Я от греха подальше сейчас. Ой, я даже подлетать не хочу к этому всему. Я вот лучше, вот я вот избавлюсь. Типа, не было у меня никого нюка вообще никогда. Вообще никогда нюк не видел я никакой. Никаких доказательств этому тоже нет. Доказательств нет, видеозаписи не сохранились. Меня поймут и простят. О боже мой. О, все, нюка нет. Я сейчас смотрю в лагах на одном FPS на вот это все. И у меня сердце кровью обливается. В душе твоей рождается грустный блюз. Сколько работы, сколько усилий в это все было вложено. Боже, я не могу все же отсюда выбраться, даже перезайдя. Ты не смотри. Какие усилия? Просто выходишь с сервера, заходишь, и что-то построено нормально. У тебя не так разве? Еда бралась в холодильнике. Я тебя телепортировал. Не смотри туда. И начинаешь туда смотреть, и FPS падает сразу. Я смотрю. А у меня нормально, я могу даже туда залететь. Конечно. О, падает FPS, нет, это место счетчика Гейгера. Да. Так, о, отлично, я все вижу, здесь столько добра. Мама дорогая, у меня все добро грузится, теперь пора отсюда сматываться. Я о чем тебе и говорю. Теперь Рамон... Все отлично. У меня там сервер в панике просто. В полнейшем. Опять? Все, я отошел. Да. От него. Он может больше не считать, скажи ему.
Предлагаю сделать групповую фотографию на фоне этого, этой разрухи. Ну что, ребята. В конце концов, жить на дачу. Да, я чувствую, что это конец Castaway Island. Потому что у меня даже... Глобальное разрушение. У меня, да, у меня одна мысль только о том, чтобы все это восстановить, просто вызывает панику. Пока спеть хором песню эту. Группы Doors. This is the end. My only friend. The end. This is the end. Да. My only friend. The end. Я не знаю, что песни. В стиле я их ухнем, только This is the end. Но я эту песню знаю только потому, что я смотрел фильм The Doors. А так, да. А где-то еще раньше слышал тоже. Я ж drum and bass, вся фигня, house music. Так. Forever, yo. Да. А, и у меня, кстати, по поводу того, что пользователи писали, типа, что Ву молодец. Нет, Ву молодец. Он, кстати, готовит зрителям еще один музыкальный сюрприз. Я молодец. Я уже приготовил уже сюрприз на канале давно. Ну уже вот. Все. Да. Я просто на всякий случай напомню, что очень часто в конце выпуска Castaway Island и других выпусков крафт-шоу играет музыка, написанная мной, которую вы можете купить или скачать. Да, но Рамон об этом обычно скромно молчал, нет, чтобы себя говорить. Вот это вот моя музыка. Ну вот я... Не, оно всегда было написано в описании к видео, но его никто не читает. This is my music. Да, читаю. This music is mine. Хватит махать на меня всякими предметами. А теперь должна включиться песня из шоу Бенни Хилла, и вы за мной должны побежать. Купить меня по лысине. Это цирк, подожди. А как в Бенни Хилле? А я не помню. Мана-мана. Хороший был остров. Хорошо мы здесь провели время. Сколько мы? Месяц мы здесь жили? Два? Да, что-то около месяца. Ну, если подсчитать по дням там, посмотреть, то это там уже около 600 дней. Ну, в общем, ребята, на этом Castaway Island заканчивается. У меня еще один стак остался, Нюка. Отлично, возьмем на следующий сервер. Убери его подальше куда-нибудь. Просто на следующий сервер, погодите. Спрячь. Все, давай, извини, что тебя перебил. Я с ним буду на групповой фотографии. Вот, но это не значит, что мы... Да, она тоже хочет 5 минут славы своих. Ну, все, овца теперь в наших сердцах. Я предлагаю зрителям дать имя этой... безвременно павшей овце, а я тем временем хочу напомнить, что это не значит, что мы вообще перестали все играть, мы продолжим дальше, и ждите следующий сезон, который уже будет на Minecraft 1.3.2 с дополнительными модами, и к нам присоединится наконец-то человек, который был еще должен был появиться в крафт-шоу очень давно, звать его Рич Маквуд, это очень клевый чувак, и встретимся на новом сервере, в новом мире, с новыми приключениями. А с вами был MJ Рамон, Тюна. Пока-пока, удачи всем. И братец Ву. Спасибо, что смотрели, как я все взрываю, спасибо. Пока. Да, как я строил, и как Ву взрывал, и как Тюна помогала нам. Да. Скрашивала наше скромное мужское общество. Все, пока. Пока. Пока-пока. Сразу мигать, я понял, что это о-о. Это было не просто о-о, у меня там паника сразу началась. Да, и кстати, зато, у зато, меня смотри, не пришлось тебе, не пришлось вообще... играть никому, все было по-честному. Все в панике летали вокруг этого Castaway Island. Я хотел его зарядить побольше туда урана и все это дело пустить на самоход. Взрыв, кстати, получился бы, наверное, еще жестче, чем этот. Тут бы вынесло вообще весь остров. Да нет, мне кажется, он усилился этим один другим, нет? Нет, там не было никакого урана внутри. А, ясно, пустой был. Все же туда летите? Ну, интересно, я, может, смогу туда влететь. Нет, у меня уже вот здесь 4 FPS. Там столько вещей водой уносится вообще. У меня полный инвентарь вообще. Он тебе... Ну нафиг. FPS наладится только, когда вещи там пропадут все. Да, но это где-то минут через 7 это произойдет. Да. Короче, можно об этом забыть, оставить это как памятник. Да. Вот ну, видишь, варварство всегда побеждает науку. Ну так ломать не строить, конечно. Да.
точно. Ты-ду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 -